трубящий олень, работает Георга Фуга. Трубит он налево в сторону центра. И вот на этом месте у немцев было самое большое гарнизонное кладбище. Тут было похоронено, как обычно, солдат и офицеров комиссии на Первую мировую. И вот около 300 из них были наши русские солдаты. Потому что наших бойцов они тоже ценят. Так, ну выехали мы на Московский проспект, он у нас самый протяженный, 12,5 метров. И название объясняется предельно просто. Каких-то 1200 км туда на перевод через два государства, Литву и Беларусь. Ну правильно, нефига что там ждать. Ну, наверное, ты хочешь. У нас второй трамп, да. То есть дальний. Окей. Я перешел на другую. И вообще красная разметка важна. Да-да-да. А у нас скрытый, смотри. Круто.